прокомментировать, хотела бы услышать ваше мнение по поводу того, что было за обращение правозащитников. Они обратились к генеральному прокурору России за разъяснением оснований вот этой отправки заключенных на войну. Письмо они опубликовали на сайте правозащитного совета Санкт-Петербурга. Его подписали 6 членов этой организации по правам человека при президенте России. И давайте услышим часть из этого письма, из этого обращения. Широко распространилась информация, что сейчас по всей России тысячи заключенных с неотбытыми сроками за различные, в том числе тяжкие преступления, направляются в Украину участвовать в специальной военной операции. Освободить заключенного, не отбывшего срок заключения, возможно по следующим основаниям. Помилование указом президента РФ, амнистия, постановлением Государственной Думы, условно-досрочное освобождение, решением суда. В связи с вышеизложенным просим вас разъяснить, на каком основании освобождаются от отбытия заключения указ лица, если эта информация соответствует действительности, из обращения членов правозащитного совета по правам человека при президенте России. Тут два вопроса. Что же им ответят, как это могут разъяснить и могут ли согласно там законодательству, то есть на что-то же нужно ссылаться в этом ответе. Второй момент, а правозащитников после такого обращения на агентами не объявят? Ну, вы знаете, после обращения Аллы Борисовны Пугачевой вчерашнего, когда она призвала Минюст себя назначить иноагентом, я думаю, что все с еще большим удовольствием станут иноагентами, просто влиться в состав порядочных людей. Что касается ответа прокуратуры, я ставлю на «их там нет». Все-таки любимое вот это вот «их там нет», я думаю, будет вот так. Не будет прокуратура признавать, так же, как и СИН сейчас не признает, что тысячи заключенных уже воюют с оружием в руках, и Пригожин может сколько угодно показывать ролики, показывать заключенных уже воюющих. Мы можем рассказывать сколько угодно уже об убитых, о раненых, сдавшихся в плен, обижавших. Вы все врете, их там нет. Я думаю, будет такой ответ. В социальных сетях, не буду говорить, какой телеграм-канал, распространяли, по каким именно статьям. Иногда берут заключенных, это статья 105 «Убийство» Уголовного кодекса Российской Федерации. 111 это, по-моему, разбойное нападение. Синяя тяжкое повреждение. 161 это грабеж. Да, вот. Да. И 162-я там же близка в том числе. Правда ли то, что вот эти основные статьи, они в том числе рецидивистам, если не ошибаюсь, также идут? Правда, что рецидивистов в основном берут в первых, чуть ли не в первых рядах, в эти штурмовики, как говорит Пригожин? Ну, это отдается предпочтение. Он об этом говорит, что он отдает этим статьям предпочтение. Угу. И желательно, чтобы убийство было не бытовое, а вот человек, чтобы был киллером убежденным. Но я хочу сказать, что очень тревожные сообщения до нас дошли из саратовских зон. В Саратове очень тяжелые зоны. И вот там в одной из зон, там завербованные два маньяка, один из которых, один из которых, у него каннибализм в анамнезе. Шикарная новость. Mm-hmm. Сколько вот подобных рецидивистов из ФСИНа, в принципе, можно выдавить? Сколько хотите, потому что сидит у нас порядка 600 тысяч человек. Как показывает вот наше наблюдение за 2.5 месяца, что идет вербовка заключенных, угу. Можно снять по 4-5 урожаев с одной зоны. В одной зоне обычно сидит 1300-1500 человек. Если убрать, собственно, больных и тех, кто там не хочет идти категорически там по политическим причинам, да, вряд ли его возьмут, потому что растление общей массы очень опасно, то хоть 500 000, сколько угодно. Если говорить не о вот таких людях, которые, для которых каннибализм не чуждо, а говорить об обычных людях, да, там, ну, есть разные ситуации, как люди, не мне вам рассказывать, вы об этом можете больше говорить, как люди попадают в тюрьму, совершают иногда те поступки, которые они совершают. Есть же люди, которые там не убивали, да, совершали грабежи, но, возможно, сложилась так ситуация. В чем их мотивация идти на войну? Ведь тут же понятно, твой конец, он будет месяц, может, два, а может, неделю, ты погибнешь, это 100%. А вы знаете, они очень часто ищут смерти.
потому что жизнь в русской тюрьме настолько ужасна. Вот ужасна не потому, что там грязно, холодно, голодно, да, а потому что она унизительна, и это часто пыточные условия. Вот то, что мы в очередной раз вот сейчас увидели в ужасе, да, в Изюме, вы думаете, они только к украинцам так, они же к самим себе так же. Это вот этот садизм, он же в крови у этих так называемых силовиков, да, у этих тюремщиков. Ведь почему такой ужас был в Буче? Да потому что там были вот эта часть была из города Рубцовска, Алтайского края, где нет ничего, только 6 зон. То есть вот эти парни, да, даже не парни, эти мрази, которые были в Буче, это же оттуда, это же из семей тюремщиков или сами тюремщики. Вот это они, это они. И я уверена, что изюмский ужас – это тоже оттуда же. У нас же все ненавидят друг друга, и все пытаются применить швабру. Да? А в русской тюрьме это особенно распространено, особенно, и люди пытаются вырваться хотя бы на смерть, чтобы там не оставаться. Многие подспутно ищут смерти, пытаются вырваться из этого круга. Они же не нужны никому на свободе тоже. В чем Путин опять всех переиграл? Да? В чем гениальность этого плана Путина, вот этого нынешнего, с заключенными? Он же еще тем самым утилизирует вообще ненужную ему часть населения, которая отнимает только времени и заботы, да, у там, полиции, у прокуратуры. Он заодно утилизирует эту часть населения, которая никому не нужна, вообще никому, прежде всего ему. Еще какая-то часть заключенных идет же ради денег. А большая ли часть? Вы знаете, заключенные идут не ради денег, именно спасаясь от этого. Вот родственники хотят денег. Вот родственники хотят продать своего человека подороже. Угу. Вот это тоже удивительно. Матери, жены, сестры, да, их интересуют деньги. Впервые. Не впервые, когда родственники толкают своих мужей, ты ж там айфон привези мне, может там стиралка, да, еще для ребенка надо там велосипед. Да, толкают непосредственно. Вообще не отдавая себе отчет, не задумываясь, что я, конечно, верю, что все оставшиеся в живых будут судимы по законам военного времени. Мотивации, говорят, у самого Пригожина, что он говорит, не нравится отправлять своих детей на фронт. Так прокомментировал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин видео вербовки российских заключенных, которое недавно появилось, которое мы видели. Соответствующий комментарий появился на странице компании «Конкорд», которая принадлежит Пригожину. Давайте послушаем этот комментарий. Если бы я был заключенным, я бы мечтал влиться в этот дружный коллектив, чтобы иметь возможность не только искупить долг перед Родиной, но и отдать его с лихвой. И последняя ремарка. Те, кто не хотят, чтобы воевали ЧВК, заключенные, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и, в принципе, кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети. Решайте сами. Евгений Пригожин, российский бизнесмен, приближенный к президенту РФ Владимиру Путину. Как раз в продолжение тех слов, да, которые вы, Денис, как раз и обсудили по поводу родных. Как такая мотивация? Она срабатывает вообще, в принципе, как вам такая мотивация, так мотивировать? И срабатывает ли она вот именно с такими аргументами? Вы знаете, удивительно, она срабатывает. Она действительно срабатывает. И очень мало кто пожимает плечами и говорит, а может не воевать просто? А может, просто никто не будет воевать, а как-то вот будем там строить свою страну и не лезть к другим. Но я думаю, что просто об этом уже поздно говорить, что значит не воевать. Уже просто это уже, к сожалению, не обсуждается, что значит не воевать. И мне очень хотелось, чтобы отступление российских войск хотя бы так чуть-чуть вернуло кому-то мозги на место. Нет, нет, нет. Знаете, Ольга, мы сегодня говорили, в том числе с представителем, спикером прокуратуры Харьковской области, о таком аспекте, как вот возвращение всех этих преступников, которые убивали украинцев в Изюме, домой. Ну, то, что приехав домой, они с собой привезут не только стиралку, но и еще кровь на руках, скажем так. А что после? После войны для зэков, для заключенных? Что они, если выживут по понятным причинам, что они везут обратно в Россию?
Конечно, конечно, назад в Россию привезут новые убийства и новые преступления. По одной простой причине. Вот у Пригожина в этой речи, вы видите, есть монтаж. Там много чего на самом деле ушло из того, что он говорит обычно, от важного до неважного. Из неважного, например, то, что он обещает заключенным, что на передовую при случае там совершения подвига на самолете им привезут жену или мать. Да? Ну, понятно, что смешно. А из важного, например, ушло то, что он еще говорит заключенным: а если вы по возвращению через полгода уже свободным человеком совершите еще преступление, вы его снова сможете смыть кровью. Давайте, давайте. Но это сигнал не только для осужденных, для заключенных, но и для всех остальных. Вы раньше боялись тюрьмы, боялись совершать преступления, а теперь, может, тюрьмы не будет. Все больше и больше раздаются сообщений из российских СИЗО. Уже из СИЗО начали вербовать в частные военные компании. Уже из СИЗО. Мы раньше встречали летом, нам рассказывали, в Подмосковье в СИЗО забирали подследственных. А теперь вот уже сообщения идут, что вербуют бригадами по характеру дел. Вот один из телеграм-каналов крупных написал сегодня о вербовке хакеров, сидящих в тюрьме. В общем, я понимаю, почему это происходит.